Я вам сейчас дам. Чего? Кого? Что возобновить? Я не пойму. Ну, типа, блин, какие отношения? Больше, чем полугодичной давности, когда мы с ней расстались? Фитнес-тренера? Я, честно говоря, не знаю, сколько фитнес-тренера зарабатывают. Я еще свою зарплату не забирал. Вот как заберу, тогда, может быть, скажу, расскажу. И то не факт, потому что о своих финансах нужно прималкивать. Слава богу, у меня есть сейчас немножко другие виды еще заработка. Со мной пара лучше девочки. О, он вылезла. Что ты вылезла? Что ты там пишешь? Что? Да нравится много кто может на самом деле, дорогие мои. Кто там ходит? Что все? Нравится может много кто. Единственное, что главное, чтобы это было взаимно. Сейчас вон люди пройдут, я продолжу с вами беседовать, пока просто немножко. Ну, потише будет. Продолжим. Люди прошли. Вон, смотрите, шагают. Заработок я накручиваю людям подписчиков. И если вы вдруг хотите, чтобы у вас увеличилось количество ваших фолловеров или лайков на фотографиях, если вы хотите раскрутить свой Инстаграм, то можете обращаться смело ко мне. Я вам помогу, расскажу, подскажу, и, блин, будет все у вас круто, классно, надо зашибись. Я очень страшная, девочки, все такие страшные. Светка, бомби этих хейтеров, вонючих, галимых, они такие, они могут. Они могут наобижать, наоскорблять, но ты их не слушай, они нифига не понимают, ничего не жарят, они просто на голову больные ребятушечки, ребятки. О заработках стоит молчать, бесит эти вопросы, сколько ты зарабатываешь. Да пофиг, но на самом деле не бесит, кому сколько хватает, смелости на какой вопрос кто такой задает, это просто нужно момент искать, который может остановить, приостановить и не развивать дальше подобные вопросы. А если развивать, то будет, конечно, не очень хорошо. Светлана, ты очень красивая. О, вот позитивный положительный комментарий, вас все меньше и меньше, дорогие друзья, вас уже 20 человек становится. Мы с вами потихоньку начинаем прощаться. Само собой. Так, последние, бравые, 19 человек остались. Сидят до последнего, смотрят, блядь, херню, которую я тут несу. На Донбане собираюсь помахать, так. Выполняем миссию, машем. Я всем машу, вам понятно? 18 человек машу всем. Сами спите, вообще. Вообще, у меня выиграл матч. Руслан сошелся с Викой больше, чем через полгода видео. Да, блин, у всех разные жизни. Пошли эти Руслан с Викой и дальше. Ну, честно говоря, мне кажется, у них там какая-то такая немного фиктивный запашок от них идет немножечко. Но как пара они, конечно, прикольные, они мне нравятся. С кем лучше всех спецов общался на Дон-2? Да, со всеми нормально общался, с Димасом Чайковским. Чайковническим нормально общаюсь до сих пор. С Капой общаюсь. С кем еще? С Ромой этим. Звукорежиссером. А. Да, все, давайте. 20 мой любимый человек. Я вас целую, обнимаю. Все там прикрытые, не прикрытые места. Там облизал, поцеловал и там туда-сюда. Любишь кого-то? Никого не люблю. Всем желаю счастья, любви, добра, до свидания.